Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об уходе с занимаемого им поста. Об этом он объявил в специальном телевизионном обращении к населению страны. «Каждый человек имеет право выбора», – заявил политик. Он не сказал, чем именно будет заниматься, но отметил, что будет и дальше служить Грузии как рядовой и верный гражданин и солдат. «Моя мечта – единая, демократическая, мирная и экономически сильная Грузия», – отметил 33-летний политик. Напомню, что Ираклий Гарибашвили занимал пост главы Кабмина Грузии с 20 ноября 2013 года. По действующей конституции, политическая сила, имеющая большинство мест в парламенте, в течение 7 дней должна представить свою кандидатуру на пост премьера и обратиться к президенту с предложением представить эту кандидатуру парламенту на утверждение. На данный момент имя кандидата на должность главы правительства Грузии неизвестно.